Война! Война? Да. Что, стрелять не будет? Конечно нет. Вы же не стреляете, мы тоже не стреляем. Меня знаете? Нет, вы кто? Моторова. О, рад знакомству. Моторова. Что, ребят, долго бодаться-то будем? Если честно, уже устали. Устали. Уже хочется мира, да. Войны уже не хотим. А, ребят, я сам уже когда этот мир начнется. Просто уже должны, люди должны отдохнуть. Конечно, да, конечно, да, конечно. Тем более зима идет, правильно? А где ваш комбат? Комбат? Да. А где наш комбат? А где наш комбат? Там это. Но... А когда тут сотых-то забирать будете, ребят? А где? На старом терминале. Сейчас 5 человек, один зарытый, 6-й человек. А 5 человек в холодильниках, ваши ребята. Одного мы вывезли, его там через морг, его захоронили, там потом найдут историю, я не помню позывной. Ну а получается 6 человек в старом терминале. И, а в другом двое убитых лежат. Я скажу так, что, скорее всего, что это не наши, а ваши. Поэтому мы хотим посмотреть, если это наши, действительно, мы не, не, это ваши ребята. Наши, да? Одного, которого ваши ребята, когда уходили, заминировали, мы вывезли его через морг, его уже захоронили. Угу. Одного захоронили там на месте сгоревшего. И, то бишь, сейчас там находится 5 человек, не захороненных. Я понял, да. Так, когда мы с вами решим, чтобы забрать тогда... Да тут со мной на работе на связи. С вами, да, будем на связи, да, тогда будем. Мы туда их вывезем. Так мы будем тогда вы связи. Машину специально подготовите там. Мы возьмем, да, подъедем машины сюда. И... Вот, да, пакеты возьмем тогда, все это. И самое. Здесь сразу медика возьмем и сразу все сделаем. Да, 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 да. А как ваш позывной комбат, вы чего, если не секрет? Командир батальона. Просто командир батальона украинской армии. Так точно. Позывной купол или это... Позывной купол, да. Это мне солдаты придумали, это позывной, поэтому... Сам я десантник, заканчивал десантное училище, поэтому так дальше и пошло. Скажите, это ваши ребята сейчас в новом терминале, да? Да. А как там обстановка, как они питаются, какие условия? Нормально, не жалуются, даже некоторые не хотят уходить от него. О, так что... Прижились. Больные. Не, есть больные, я говорю, поехали, есть возможность, он нет. Комбат, командир, я на месте, поэтому я здесь выздоровел. А про сегодняшнее мероприятие несколько слов скажите, действительно, то есть там волнительно было, не волнительно, как все прошло, были с чем-то сложности? Нет, сложностей вообще не было, я очень доволен, что мы нашли общий язык, вот, друг друга понимаем, вот, то есть, честно, проблем на сегодняшний день, то, как у нас договор был, практически так все и произошло, без изменений, так сказать, вот, очень было приятно познакомиться с командирами, вот, то есть я, честно, очень рад, что так получилось, что я думаю, что мы еще мировую будем праздновать. Ну, видишь. Вот. Просто я считаю, что это братская война, которая никому не нужна. Просто... Главное, чтобы у нас в верхах разобрались, а мы, так сказать, мы солдаты, нам сказали, мы делаем, поэтому... Что могу сказать? По закарай... Податься до конца. Вот. Все остальное. Как бы уже пора вам наводить на вашей стороне порядок. Мне кажется так. Ну, это не нам решать, я скажу, потому что есть... Вышестоящие начальники, так сказать. И да, ну давай, закончим. Такая ситуация. Поэтому я считаю, что мы должны мириться, поэтому давайте не будем ругаться. Вот. Давайте. Как у нас по сегодняшний день так идет, давайте как-то устаканивать это. Да, на связи. Спасибо вам большое. Да. Давай, конечно. Да. Я тоже десантник. Ты что вы? Домой? Сюда еще к нам приедете? Десантник.